Внимание! Прямо сейчас самое выгодное предложение специального дня. Это платье Кариса. Но знаешь, Лера, вот сейчас, глядя на тебя, глядя на наше предложение, многие женщины задумываются, а, собственно, где здесь платье? Мы видим-то костюм. Да, действительно, это платье двойка, которое абсолютно имитирует костюм. Жакет с баской и юбку с цветочным принтом на мне. Или вариант, который выбрала для себя наша Лена сегодня, это темно-синяя блуза с баской и юбка в горошек. Классика или романтика? Выбирайте два в одном. Это платье двойка. Сегодня платье специально для вас, для тех, кто не хочет ломать голову, что с чем сочетать. Мы с вами выбираем готовое решение, но не просто готовое, а изумительно роскошное. Смотрите, я обожаю эти летящие ткани. Лер, давай сразу скажем, это шифон вообще? Конечно, конечно, летящие шифоны на самом деле. Но это еще не все. Вы заметили, что на Лене есть еще и аксессуар. Это легкий шарфик из точно такого же материала, как и юбка, который идет в комплекте к каждому платью. Платье у нас представлено в трех цветах. Давайте посмотрим сейчас на пудровый розовый оттенок и увидим, что здесь у нас есть такой же легчайший шарфик из цветочного шифона, который идет в комплекте. Следующий цвет, который у нас сегодня представлен, это выбор нашей ведущей. Посмотрите, это вариант в горошек, темно-синий цвет с белым горошком. Вот классика жанра сегодня. Если вы предпочитаете именно классические варианты, то этот вариант именно для вас. Ну и мой выбор на сегодня — это цвет мята. Здесь также у нас идет с вами в комплекте. Посмотрите, совершенно прекрасный, легкий и воздушный шарфик. Но мне интересно, что посмотреть, если на нас троих, между прочим, на нашу модель Танюшу, мы сразу приходим к выводу, что платье идеально смотрится на каждой фигуре. А вот в чем секрет, в чем роскошь этой посадки, давайте разбираться. Давайте сначала, кстати, обратим внимание на то, что наша Таня выбирает для себя розовое платье, использует шарфик как пояс. Да, можем себе позволить выбирать любые совершенно варианты. Это может быть и аксессуар на волосы, например, на прическу. И, кстати, еще как вариант, если хотите дополнить образ, можно завязать его на сумочку и сделать такую перекличку. Итак, в чем же, собственно, секреты платья? Конечно же, самое главное — это крой. Вообще, Лен, я тебе должна сказать, что блуза или жакет с баской — это всегда удачное решение, да, поскольку это всегда идеальная фигура. Ох, а это нам то, что нужно. Хотите идеальную фигуру, хотите быть стройной, конечно, выбирайте правильное платье и выбирайте самые выгодные предложения дня, как платье Кариса. Между прочим, это наш любимый бренд Благо. Благо. Это значит 100% попадание в наш размер. Ну, давайте посмотрим на нашу баску, на нашу блузу. Да-да-да, посмотрим на крой сначала. Смотри, Лен, у нас здесь рельефы. Это значит четкая посадка по фигуре и отрезная линия талии. Вот здесь мы с вами ставим акцент. Ну а дальше баска. Что она нам дает? Смотрите, если есть животик, мы его спрячем именно здесь, под баской. Если есть пышность в боках, также скроем. И, кстати, если у вас тип фигуры яблочко, например, и вы уверены, что у вас совершенно нет талии, именно такое платье, посмотрите, ее вам организует. Посмотрите, как это работает. Талию мы подчеркиваем, а баска чуть дает вот это вот расширение, формируя силуэт песочные часы. Вот она, наша с вами идеальная стройная фигура. Один бесплатный звонок, и вы просто потрясающая, роскошная женщина. Украшайте себя платьем, позвольте себе быть яркой и не бойтесь экспериментировать, выбирая яркие цвета. Многие женщины думают, что выбирая яркий цвет, они наоборот придают объема, но нет, здесь у нас с вами правильный крой. Лер, давай поговорим о том, как мы будем с вами надевать платье. Здесь у нас есть хитрость, смотрите, какая предусмотрена. Здесь есть молния, причем она очень правильно сделана, на мой взгляд. Она спрятана у нас с вами сзади, вот в шов по спинке. И она такая достаточно короткая. Достаточно, чтобы было удобно надеть платье, чтобы оно хорошо село по фигуре. И, кстати, вот с такой молнией совершенно легко можно справиться самостоятельно. Не придется никого просить о помощи. Посмотрите, как идеально у нас здесь все с вами скрыто. Действительно, вот она, потайная молния. И мы с вами понимаем, что благодаря именно такому варианту, плюс, обратите внимание, эластану, его здесь совсем немного, 20% добавлено к вискозе, но это достаточно для того, чтобы платье хорошо садилось по фигуре и не сковывало нам с вами движение. Но это значит идеальное решение для дистанционной покупки. Платье сядет и
именно на вас просто безупречно. Платье Карисы. А только посмотрите, сколько здесь ткани, сколько здесь шифона, сколько двух материалов компаньонов, которые прекрасно сочетаются. Это, между прочим, это дорогостоящее производство, и все это уходит нам по невероятной цене, потому что мы с вами работаем напрямую с производителем. Ну вот она, баска, есть животика. Как видите, нет, все скрыто у нас с вами. И только идеальный образ. И, между прочим, еще и подклад внутри, да, Лер? И подклад у нас здесь есть, и роскошный совершенно шарфик, и потрясающая длина. Обратите внимание на то, что платье действительно очень хорошей длины. Длины такой классической, сдержанной, закрывающей коленочку. У нас, Таня, примерно одинаковый рост, 1,70 м, 1,71 м. Обратите внимание, как сидит платье. Закрывает коленку достаточно далеко. Соответственно, можете сейчас представить, как оно сядет на вас, и можете себе представить, насколько вы будете выглядеть нежно и романтично, если, например, выберете одно из цветных платьев. И это, кстати, прекрасный вариант, поскольку если этим летом вам предстоят торжественные мероприятия, возможно, юбилеи, свадьбы, дни рождения, конечно же, вам понадобится какой-то элегантный наряд. Здесь он уже готов. И мало того, что это просто не просто красивое платье, Лера, оно еще потрясающе комфортное. Ведь как мы с вами привыкли, выбираем красоту, жертвуем комфортом. Все, сегодня мы от жертв отказываемся и получаем 100% комфорт. Свобода движения абсолютно. Вот, Лер, скажи, как ты себя чувствуешь в платье? Абсолютно комфортно, легко, изящно, что больше всего мне нравится. Вообще, конечно же, потрясающий романтичный образ создает цветочное платье. Ну, мы можем с вами говорить еще о том, что, конечно же, если выбираем классический вариант синих, белых горошек, то получаем образ сдержанный. Если вам нравится эта модель, а мне кажется, нет таких, кому бы она не подошла, то, конечно же, можно сегодня выбрать и два горошек, конечно, и цветы. Получается, что это два разных варианта будут именно у вас. Давайте выберем размер от 50 до 60 у нас есть в наличии. На один размер побольше рекомендую вам выбирать для того, чтобы действительно платье село идеально. Но кроме того, сегодня вы можете еще дополнить свою корзину всего лишь до суммы 2990 рублей и получить бесплатную доставку. Сегодня это подарки июньские такие сегодня для вас. Давайте еще раз полюбуемся на юбку, как красиво расположены цветы на нашем шифоне. Выбирайте цветочный принт или классический горошек. Мята, розовый и темно-синий есть сегодня в наличии. На один размер побольше выбираем это платье.